Ich. Die Eulen. Идеальное видео. Известно, что люди больше всего любят смотреть на огонь, воду и чужую работу. Здесь все присутствует. Вот там вода течет. В левом верхнем углу и в середине сверху. А вот там вот огонь. Так что наслаждайтесь. Наконец-то открыт секрет идеального видео. Договорились. Договорились. Нет. Невозможно. Договорились. Достаточно обрезать видео в начале и в конце таким образом, чтобы обеспечить идеальный стык. Запустить это видео по кругу и наслаждаться можно будет вечно. Договорились. Договорились. Тебе тоже понравились? Я всегда оставляю немного себе, когда их привозят с юга. Уверен, ты можешь брать двойную цену и все равно распродать за неделю.
А ведь правда. Когда придет следующая партия, так и сделаю. Договорились. Свежие, сочные фрукты и овощи. Горячий душистый хлебушек прямо из печи. Договорились. Приветствую, Фрейли, дорогая. Ли. Горячий душистый хлебушек прямо из печи. Договорились. Свежие, сочные фрукты и овощи. По-моему, я поняла. Сейчас у меня таких медальонов нет, но мой Йормун в два счета тебе его сделает. Тогда я вернусь домой, сразу же мой поручок. Когда медальон будет готов, приходи. Дня через три. Чудесно, моя дорогая. Просто чудесно. Договорились. Ты можешь закрыть сегодня лавку пораньше, мам? Боюсь, что нет, малышка. Фрукты еще только день полежат и испортятся. Нужно продать их как можно больше и как можно быстрее. Ты всегда так говоришь. Потому что так всегда и есть. Может быть, мы хоть поужинаем в таверне сегодня? Ай-яй-яй-яй-яй. Я-то хотела снова накормить тебя капустой и яблоками. Да, моя крошка. Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Договорились. Не болеешь? Ура! Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Свежие, сочные фрукты и овощи. Мясо достойное стола ярла. Приходите и взгляните на свежайшее мясо. Душистый хлебушек прямо из печи. Нежнейшая дичь, только что из леса. Договорились. Сочные фрукты и овощи. Курятины и рыбы уже не лезут. Угостите себя и близких отличнейшей вырезкой и нежнейшим мясом на ребрышках. Горячий душистый хлебушек прямо из печи. Договорились. Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Свежие, сочные фрукты и овощи.
Заходи в лавку Белитора на рынке. Не сомневайся, у нас найдется кое-что для тебя. Не хочу показаться грубияном, но поболтать некогда. Слишком много дел. А? Договорились. Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Не болеешь? Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Договорились.